Ну что, раз, приветствуем мы, собственно, с фараоном, да, с фараончиком, да, блядь. Ну, блядь, сидит нахуй. Я просто сейчас мой дискорд, я там замутился. Вот, решили посмотреть клеть демо-версию, которую увидели уже, да, собственно, я один ее проходил, там посмотрел, что да как. Мы решили посмотреть с ним, собственно, онлайн. Почему бы нет? Вот, онлайн решили посмотреть. Посмотреть, что да как, и, в принципе, поиграть. Почему бы нет? Поэтому, при этом, пить этот курс, пить кофе или псевдо, его, Саша, поудобнее, давайте пройти куда-то. Поэтому просмотр, мы, собственно, начинаем. О, привет! Алло! Алло. О, нормально слышно, да? Нормально? Да, нормально слышно. Нормально все? Да, все нормально. Нахуй ты меня бьешь? Погнали. Погнали, блядь. Блядь, такой ты чел, конечно, блядь, крип ебаный, блядь, реально, блядь. Крипочек, знаешь, как в доте крипочек есть? А чё, он заправленный. Подожди, не заправляю до конца, он заправленный. Просто понял, как я понял, нужно экономить всё это. Это нужно прям жестко экономить. Вот смотри, я нажимаю на рычаг. А если у нас кончится топливо? Вот сейчас увидишь, надо будет, короче, искать. Искать нужно будет сейчас панель. Смотри, у тебя на F фонарик есть, что есть. А если у нас топливо, например, кончится, что произойдет? Ну, топливо кончится, сейчас увидишь. Вот, смотри, видишь, у нас полоска, сейчас топливо кончится. Сейчас ты увидишь, что будет. Вот этажи тут пишут, вот. Вот, на панели, на сканере. Чего тут написано? Full tank. Вот, смотри. Типа, вот сканер. Tank. На сканер посмотри. Видишь этажи? Это сколько мы с тобой проехали? Я проезжал максимум 29 этажей, а если 25. У нас топливо кончится, что мы сможем опуститься, мы просто застрянем. Мы остановимся на этаже и будем искать топливо и рекомплект вон там, вот, в шахте. Вот смотри, сейчас дай. Только чини этим рекомплектом. Вот здесь почини, пожалуйста. Вот здесь рекомплектом, который у тебя есть. Алло. Чел. Алло. Почини. Чел, алло. 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 Ты меня слышишь вообще? Алло. Да. Почини, вот почини, у тебя рекомплект есть. Вот, можно руками починить, но тебя будет током бить. Рекомплект у тебя есть, рекомплект. А где? Вот, у тебя внизу три циферки должно быть, или четыре там. Ну, у меня только личный ключ. Ну вот, им и чини, это рекомплект. Да, вот им чинишь и все. Ну вот смотри, короче, вот видишь, там впереди, вот смотри, видишь, впереди тут есть аптека. Mm. Вот аптека есть. Поехали дальше. Бутылка. Поехали дальше, мы дальше вот как-то. Бутылки. Вот мы с тобой едем сейчас дальше. У нас с тобой 13 этаж сейчас. Короче, думаю, ты суть понял. Ты суть понял хоть? Типа. Вот, ну сейчас с тобой остановились. У нас бен закончился. Сейчас мы. 15 этаж у нас с тобой, вот он. Можем с тобой отсканировать, смотри, вот нажми на сканер. Ну вот. Вон, посмотри, видишь, все подсвечивается тебя? Да. Вот, я так понял, я предполагал, что, короче, знаешь, что один должен бегать тут, в шахте, а другой должен так подсвечивать. Так будет, наверное, проще, типа. Ну, или... другой-то я буду сканировать. Ну, хочешь, пойди побегай, чисто посмотри еще как, потому что я смотрел уже. Только фонарик на F нажми. Давай, вот. Еще раз. Сканерника. Перезарядка. Вот. Вон. Ну, но только, но он 25 метров только сканирует. Где то? А вон ты бегаешь. Я направо. Я направо. Налево пошел. Смотри. Отлично. О, вот, видишь, мина, смотри. Ты... Вот, это мина, это мина. Нельзя не вставать. То, что встанешь на нее, она взорвется. Вот, обходи лучше. А как ее разминировать как-то? Не, нельзя. Только бутылку можно кинуть. Стой, вот, вот бутылка кинул, видишь? Ой, это газ. Это газ, чел. Бля, уходи отсюда нахуй. Уходи туда. Бля, ну чел, красава, слушай. Иди сюда, ко мне. А как нам похилиться, например? Тут хилки есть на кар. Вот, пошли сюда. Вот это хил. То есть у тебя, только у тебя этот еще фонарик, короче, это. Ой, блядь, что это? А, это. Ой, это, блядь. Это растяжка была. А, еще фонарик тратится. Да.
Вот смотри, вот здесь а вот двери есть. Заходи в дверь. Вот смотри. Вот здесь. Здесь он, вот хилка есть. На мину лучше не нажимать. Ой, могу тебя воскресить. Вали, я за бутылки могу тебя, кстати, воскресить. За 18 бутылок. Бутылки тоже собирай. Бля, у меня один бутылок. А если с меня выпадет бутылки? Сейчас меня могут выпасть бутылки? Да, 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 да. А если мы просто обойдем, так смотри. Тут ничего нет. Правда. Я дальше пошел. Ну я понял, где с коробки есть? Она мне чего подпить, там ты прикол. Да. Короче, здесь, ну, если увидишь шестеренки, их тоже собирай. А как они? Ну они просто валяются? Да, просто такая шестеренка будет валяться, и то, что это что для улучшения сканера это. А, типа, что я так понял, что он дальше сканировал это. Да, ты использовал, ты хпшку использовал? Да, 50. Мне 50 осталось. Ну погнали, попробуй. Я пойду посмотрю, короче, если что. А она уже кончилась, я думаю, это временный газ. Да. Так, ну шо? Впереди. Я вперед пошел. Ну здесь растяжка у меня стоит, здесь аккуратнее нужно. Я вперед, если что, пошел. Да, да. Я сейчас похоже говорю, ой, блядь, мне пизда. Чего? Ну, у меня аптечка есть. У меня все, ты можешь только меня воскресить при помощи бутылок. Ты умер? Да. Бля, красавец. Ну я встал на мину нечаянно просто и все. Не-не, что ты... А, вот, только подбирай их обратно. Позору ноль. Вон бензин у тебя есть, сможешь его взять и это и съебаться. В принципе-то. Зачем я могу тебя воскресить? Ну, давай, давай. Мне надо еще. А давай еще бензин. Давай не справлюсь, я тебя воскрешу, случай мало ли. Ну очень похоже, да? Ну лента копания очень сильно похожа. Да. Ну, по сути, схема та же, только там нужно было квоту выполнять. Да, там нужно прилетать куда-то, блядь, а тут просто ты в лифте едешь вниз, и все бесконечно. Опа. Ты мина. Слушай, ты смотри, смотри под ноги смотри. Нет, а я видел, ты же видел, я прыгнул. Да. Ты можешь пройти через нее можешь просто. У меня это выглядит так, как будто спустя. Да, ну я один раз тут понял, тут есть какой-то рандом, я не знаю, я один раз только попал вот за все время, когда я один играл, у меня там минут 20 или 30 играл, что-то такое в эту игру. Я за все время только один раз там аномалию встретил. Там какая-то эта сирена начала орать. И меня тут сзади бил, и все. Я так и не понял, что это, блядь, и все. А ты со 100% хп? Что такое? Грипп. Ты можешь потребить его? Ну попробуй. Чикс. Ой, ема, чел. Я, бля, под кейбангер. Суждаю, суждаю, чел. Я лисичек поелся. Да, может я топливо забил, а я уже могу. Ты можешь, да, ты можешь там в ящике поставить, видел, где топливо? Можешь к лифту сгонять сейчас и поставить туда обратно топливо. А смотри, тут все. Уж нет ничего. Ну все, езжай дальше, что. А ты где умер? Стоп, ты где умер? Там можно бутылку найти? Да. А вот ты. Вот одна бутылка у меня, видишь, лежит рядом. Блять. А если я труп, то я могу закрыть? Не-не-не, только воскресить можешь. Ты же у меня. А, это у меня так быстро. Ну ебашь дальше, короче, ебашь дальше. Там заправь только на этот, на 30 заправь топливо. И все, чтобы было топливо. И положи в ящик его. Ну, подарочек, его можно сломать, бутылку можешь сломать. Опа. Неплохо, слушай. Ну там вот, там даже бензин дают, видишь? Ой, блядь. Только вот можешь поставить, да, поставь. Во-во-во. И одну заправь, а заправь одну возьми, заправь чуть-чуть. А, ну, вон рычаг у тебя, видишь, дисканер, рычаг есть. Еще. Там дисканер, посмотри. Справа сканер у тебя. Там рычаг есть. Ну ты в целом понял механику чуть-чуть так хотя бы? Пустой танц. Типа чинить нужно и все тому подобное. Вот, у тебя открылась дверь, смотри, сзади тебя дверь открылась. Я знаю, я знаю. О, бутылки валяются. Да, сканер. А бутылки собери-то! Ща, да, я скановную. О, блядь, что? Ты рычаг нажал. А как, блядь? А, сканер вот.
Нет, сканер, вот, видишь, вот, смотри, вы справа, видишь экран большой? Вот, да, вот сканер. О, здесь что-то летает, ебать, первый раз такой хуйне, блядь. Здесь, смотри, левитация жесткая. О, это аномалия. А, я летаю? Тут еще, видишь, у тебя, может, двери закрыты какие-то, видишь, тут двери закрыты, блядь. Видишь, может, у тебя вон, фонарик включи. Блядь, тихо. На F фонарик включается. Вот, видишь, ты около двери, посмотри на дверь. У него этот кружочек, видишь, светится у тебя. Ты можешь его закрыть нахуй. Или нахуй мне. Потом не выберусь. Так, ну я могу теперь, все, мне нужно найти только эту штуку, чтобы тебя оставить. А, вот. О, погнали. Блин. Как ты выглядишь? Смотри, мата летает. Да. Может дальше? Может таки по лута немного? Ну можем, давай. Давай вот это чуть-чуть пройдем. Давай. Хотя бы вот, вот. Вот сюда, давай погнали сюда. А мы тут по сути даже на мину не можем находиться. Да, но здесь скорее всего будут эти, знаешь, как их называют-то, блять. Типа как морские мины, вот такие. Не, вот. Под... Блять, что? Где? Ты в дверь зашел. Нет, вот эти будут растяжки. Скорее всего. А-а-а. Ну я думал, что здесь, знаешь, как типа как предатель будет один в этом в лифте. Потому что здесь можно, короче, понял, эти как они называются, вот эти самые. Скажи, я скажу вот этот, который который лежат, короче, такие острые еще. Капкан, во. Их можно, короче, заново типа заминировать. В смысле заново заминировать? Ну ты можешь деактивировать, он тебя обратно сложится и заново типа его заминируешь, грубо говоря. Если на него так же встанешь, ты заново на него попадешься. Не, а для чего, например, в плане игры? Ну, то есть это, что просто... Ну, типа... Ну, вот, типа смотри, сложная допустим, какая-то, типа, особая. А, кроме как админ, мы же можем... Должно же быть что-то, чего... Да, если какие-то... Я говорю, я не раз сюда только на аномалию попадался. Один раз. Так, ну там ничего нет, куда зашел, я уже там смотрел. Ну, погнали дальше еще. Не, погнали вот откуда мы пришли. И в другую сторону. А, нет. Ну, вот туда можно, вперед. Да, вперед. Фонарик быстро разряжается. Мои тут насосная станция называется. Насос. А вот мина, кстати, может не наступить, да, но я хуй наступишь. Ну да, ты конечно на земле по факту. И я просто чистил. Вот это щельки, вот эти щели, я не понял для чего. Вот эти. Вон около меня. Не, сейчас. О, смотри, тут труп валяется. Где? Короче, вот ты назад чуть-чуть верни. Ой, ебать. Ну, хуй знает на самом деле. Это наш путешественник? А, топливо. Да, взял. У меня три свободных слота еще есть. Я экипировку нашел. Экипировать. Смотри, я поменялся. Ща дай. Нет. Я там же. Я экипировку надел. Хуй знает, вроде нет обычно. Какая-то экипировка, она валяется. Ну может как броня, типа, у тебя. И либо этот. Либо посмотри, у тебя слоты появились. У тебя три слота или четыре уже? У меня как броня это показывает. Ну понял. Вот капканы, вот их можно, конечно, смотри. Я могу сейчас. Вот я его сейчас. Бля. Вот, смотри, видишь? Вот я его. И можешь обезвредить его обратно. Видишь, могу обратно его поставить. Видишь? Ну, я не знаю, я просто думал, что с этой механикой, скорее всего, один из нас предатель должен быть. По идее, да. Я думал так, типа, когда заходил сюда. Не, мне интересно, что нас может еще убить. Аномалии какие-то, я один раз попадался на аномалии, пока что никаких аномалий, видишь, нету. А у нас тут есть сложность? Но я был на 22-м этаже, Тут либо, наверное, от этажа, Да, здесь, да. Но здесь, я так понял, рандом какой-то жесткий. Стоп, а откуда пришли вообще? Отсюда. Вот сюда. Не, мы вот тут. Не, отсюда. Да. Ну все, погнали дальше. А, вот там тебе. Чё, где обчёк? Как вверх, мне кажется. Не, мне показалось. Да, мышка. А, ну погнали, чё, там скучно. Да? А ну, почините его только. Чё, его заправить немножечко? Не, починить нужно. Ну давай я починю сейчас, сколько вот сейчас починю. Все, больше не будет. У тебя есть КПшка какая-нибудь? Не, только топливо. Давай, погнали дальше. Ну вот 18 этаж. Я был на 22-м, и там была аномалия. Но это понятно, здесь прям рандом.
что тут написано? У Йо жив. Где? Воу-воу-воу. У меня Repair написано. А у меня написано У Йо жив. Так, какой этаж сейчас? 21 этаж, чал. Ну ебать, что это нахуй? Что это такое, блядь? Чё это за хуйня? Чисто туалет просто разнесло немного. Бля, она вязкая, кстати. Вязкая? Ууу, прикольно. Ой. А ты замедляешься, кстати, у ней. А хп тратится? А, может, чтобы не. От монстра не бежать? Ну, от монстра, чтобы ты не мог убежать. Наверное, да. Ну, либо это, чем-то. Либо здесь нет, не знаю, я ни разу не встретил монстра, а только встретил аномалию одну. Ну, опять же, как она может тебя убить? Ну, как, там просто, вот смотри, видишь, у тебя, вот, смотри, иди сюда. Растяжка. Вот, иди сюда, стой. Ты перепрыгнуть Короче. Можешь. А ее нельзя разминировать? Например? Нет, только перепрыгнуть. Если вот так. Ну, или бутылка, да. Прям веревку кинь. Ну вот прям веревку кидаешь. Вот. Мои бутылочки. Бля. Ну ты самое стрёмное, когда у тебя, знаешь, ты ходишь где-то в замкнутом пространстве темном, у тебя резко фонарик обрубается. Вот это самое стрёмное, конечно. А, он как-то быстро кончается. Ну, там можно улучшать, нужно, короче, ой, бля. Вот я сейчас вижу комаров и мух каких-то. У тебя сколько хп? 39. У меня тоже. Ну я канистру, я пойду сейчас канистру отнесу. На всякий случай. Бля, ну здесь просто мухи, здесь тоже кое-что что-то есть. Ну и что, я пока назад вернулся. А, я пока буду в другую дверь схожу. Да уж. О, аптека. А, топливо нашел. О. Я в другую, если что, сторону, а я от лифта пошел налево. А ты там дальше прошел уже все? Ну, вроде прошел, да, там пуст, там тупик дальше впереди. Там растяжка впереди и все, вот тупик. Ага. Понял. Я налево от лифта сходил, тоже пусто. Тут слизь и больше нет. Да. А, не, вот тут стой, двери. Ну ты прикол, знаешь, какой-то эффект еще... накидывается, какой-то эффект накидывается. Ну так вязко среди нас. Ну да, тут вот прям... Чё? О! Чё? Приговорён к клете. Клете? Что? Ну, и снотавно, знаешь. Чё, где? А, ну, да, клете. Ну да, это клете, это куда-то вот в этом пространстве мы находимся. Не, знаешь, в чём ещё как минимум уже видно, что... Ну это дэм? Ты чё, взорвался? Да. Я даже не видел. Чё, у меня, знаешь, сколько хп стало? Сколько? Одно. А где ты, блядь? А я на... Блядь! Ты умер? Капкан, еба. А как они живут? Они появляются? Чё, надо по ноги 100% смотреть, 100%. Да, у меня 15 хп осталось. А может, всё-таки кидаешь, поедем, чтобы аптечку найти как будто? Ну там просто возле комаров, ну погнали, там просто возле комаров что-то было. Я вот здесь налево, то здесь ничего нет. Нет, там в двери, короче, у комаров что-то было, ну погнали дальше, ладно. Да, давай, чтобы не рисковать. Ну и вроде, а как, а что, где просто тут надо топливо добывать и вот рекомплект. Нам нужен рекомплект, потому что мы же видишь, у нас рекомплектов нет вообще. А руками, если ты будешь ебажить, то тебя током будет бить. Вот 25 уровень. Мне нравится, что у тебя максимальные пиксели тела и просто ебло такое страшное. Да тоже, блядь. Бля, ну ладно, это тут, потому что одно хп, мне 15. Интер тоже пойдешь, потому что есть какая-то, может, аномалия, которая тебя бьет вообще жестко. А у тебя сколько бутылок? 8. А давай я тебе скину как-то. Нет, давайте я тебе скину, что у тебя одно хп, блять. Да. А нет, смотри, если я умру, то у тебя одна бутылка останется. То лучше там у тебя. Не, ну в плане. Не, в плане того, нет, в плане того, что у тебя одно хп, у меня 15, у меня больше хп, я могу сходить, просто походить там, посмотреть, что да как. А ты здесь посидишь просто и все. Ну, давай. Дожили уже бутылки собирая. Ну, пиздец. А вот, смотри, ты здесь прям рядом можешь, смотри, сделать, вот.
Прямо вот здесь рядышком. Нет. Ну, где? Вот, вот здесь, прям вот, вот, вот автомат прям рядышком здесь. А я могу вылечиться? Нет, ты можешь воскресить меня тут рядышком прям. А, ну если что. Ну я вот так чуть-чуть пройду. Ну просто естественно нормальная какая-то ебанутая, если тебе говорю, которая просто там включает сирену, тебя просто хуярит. Что-то без фонарика нормально ходится? Ну тут же он светит. Ну нет, просто здесь видишь углы есть, которые темные, там можем что-то лежать еще. Вот здесь мина осторожно. О, вон там что-то лежит. Где? О, чё, ну, давай, давай, скажи. А, шестеренка, шестеренка. Блять. Блять. Мы оба умерли. Ты умер? Да. Мы оба умерли. Ну нахуй ты так прыгаешь, блядь, пяточки. Там была шестеренка. Ну вот, она нужна, конечно, для улучшения сканера. Бля, неплохо сходили, короче, в принципе. Давай еще одну хулю, блять. Давай, приглашаю. Давай. Поехали. Че, можем же пока так сейчас доехать, но о том, что сейчас есть, максимально. А если мы просто будем тупо ехать? А, он же так смотри, рекомплект не потеряй, потому что он нужен для этого. Для клети. Да, для клети он нужен, чтобы его понял ремонтировать. Ну, у меня здесь написано full tank. Да, ну не понимаю, я, конечно, английский, ну я профессионал в английском языке, это значит да. Полный танк. Полный так, еще можем с тобой остановить максимально. Типа, по-моему, полный бак, я за. Вот я могу остановить его, видишь? И сейчас пойдем с тобой искать, 10 уровень, нихуя, смотрим, дальше поехали. А, то есть, грубо говоря, ты хочешь сказать, что мы можем ехать бесконечно? Да, 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 да. Ну не знаю, есть, я просто не добирался даже. Я дальше 20 какого-то там 8 или 25 этажа не добирался вообще. Ну у меня аптечка, нашла аптечка. Ну я понял, давай пойду в другую сторону, там походить. Там просто еще одна есть. Тут свет выключился сам. Ну вот. Надо заходить в комнату сразу вот потихоньку. Забегать. Да. Бля, ну я хуя здесь какие-то монстры есть. Не, мне кажется, за такое время должны быть, блядь, просто. О, я нашел эту, блядь. Грабли, ебать. Ну, слушай, неплохой инструмент. Сейчас, так, ну я нашел две канистры по 15% топлива, короче. Ну, заебись. Бля, ну грабли, а для чего тут грабли, блядь? Чтобы эти ящики ломать. Тут у кого-то чисто вечеринка была. 5 бутылочек. Блядь, я аптечку юзнул, не было. А еще я не понимаю, почему здесь так свет моргает иногда. Прям жестко. Что-то для создания, типа что-то. Нет, наверное, когда фонарик типа, у тебя разряжается, он прям так начинает моргать. Да, лучше как будто мину не. Вот ты когда знаешь, прыгал, ты вроде на мину наступал, ну или пяточка, но лучше как будто ее обойти. И. Так проще. Ну да. Я не знаю. Потому что как будто она все равно цепляет. Вроде прыгаешь, но. Опять, вот, например. Ну там нужно, газ, там нужно прям не притык, там нужно какого-то расстояния. Что-то это. Я вот куда я пошел? Налево или куда я пошел? Ну, у меня аптечка, если я топливо еще одно достал нам. Блин, если же я на аптечку иду, у меня два топлива по 15%. Ну нужно, конечно, еще починку нам, 100%. Починка. Ядро, блин. Ядро сболтан. Я пока поломаю здесь в этом. Коробки. Ну здесь в коробках только бутылки падают. Ну я заправлю, честно. Давай. Ты там все обыскал? Ну да, откуда я пришел, все обыскал. Ну я у себя тоже все обыскал. Ты отсюда? Ты с правой стороны пришел? Да. Да там ничего нет. Ну то надо руками ебашить. Ладно. Давай вообще починю. А, может, смотри, настоящим можем починить его. А, не, так же бьет током. Так а у нас же еще инструмент есть. Или ты хочешь на потом оставить? Да, почини максимально. Сейчас, я сейчас максимально почини до 100 и оставим не его. Знаю, не знаю, как лучше сделать, но как будто в начале, пока у нас особо, ну, хп не тратится, проще чинить, а потом, когда у нас уже будет, ну, даже эти самые хпшки меньше выпадать, то проще. А ты заправил? Да. А где еще тут была канистра на 63%? Не знаю, я не трогал. Езди по 100. Не, ну погнали, я что. Я свои не заправил. Ну да. Вот, топ, смотри, видишь, у нас пишется топливами, то есть средний, то есть вот, то, что лежит здесь. То есть можем в любой момент остановить, короче, если что.
Но с другой стороны, нам выгодно и раньше остановить, чтобы, например, то же самое хелпа, бутылки. Да, но не забывай, что тут можно сейчас сейчас может какая-нибудь хуйня выскочить и все. Ну очень быстро кончается топливо. Ну сколько? Сколько у нас было? Сколько этажей было? Мы сколько этажей проехали? Не знаю. У меня грабли есть. Я пока поломаю коробки. О, бутылку. Зал. Да, я думаю, да, вот этот грабли, наверное, не нужно. А вот дверь, смотри, тут есть закрытая. Вот это я первый раз встречаю. Может, не нужно открывать, но может, она нахуй. Просто будто вариантов нет. Ну там можно в другое место пойти. Нормально, мне просто 10 хп снесло. Ну там какая-то хуйня 100%, если же не просто как, ну, закрыли, понимаешь? Аккуратнее здесь. Я направо пойду. Ну давай с тобой по пизду, блять. Да не, налево иди. Ну тут две двери, блять. А, вот здесь обычно с толчком. О, канистру нашел. Ой, ой! Чё? Меня пчелы бьют. Да. Ты от них убегай. А, за мной лети. Убегай от них. О, блядь, растяжка, ебаный. Блядь. Я сейчас убью. Я сейчас пчелы убью. Дай. Убегай от них. Тут еще одни грабли, кстати. Да, я заблудился, брат. Пиздец. Я бежал. Но я в том же месте, где ты откуда-то убежал еще. Не, ну так я понял. А куда мне где? Короче, я где-то там. А, не, я верну эко. Все, я понял, вернулся. Так. Но у меня есть плюс 15 к максимальному переносному весу. Какие-то преимущества есть? У меня есть плюс 15% к весу приносимому, плюс 12% к скорости и плюс 15% к скидке на все траты. Что-то покупать можно, блять, что? У меня тоже плюс 15 к скидке, плюс 15 к скорости разминирования и плюс 29 к максимальному заряду фонаря. Как будто он быстрее. А что-то можно, что-то можно покупать, блядь, что? А может быть это имеется в виду как за бутылки, типа скидка, что, мол, не надо 18, меньше. Может быть. Да, сейчас отнесу, здесь... короче, у меня сейчас давай заправлю сразу туда. Наверное, там по 15% топлива. Но опять же, разминирование, а как его разминировать? Если я к мини подойду. Какой мини разминировать? О, что-то такое, чуть трясется-то, блядь. У меня тоже, кстати. О, бля, уходи оттуда. Иди сюда, быстрее. Быстрее, иди! Я иду. Это иду, может из-за того, что мы так вот эту аномалию встречал, понял? Вот эту хуйню встречал. Быстрее, брат! Герма, дверь отсутствует. А, один, б, я вот здесь умер. Я вот возле двери умер. А, брат, я дальше поехал-то. Может, надо было Герма дверь закрыть все-таки? Может, надо было ее закрыть, типа? А я не знаю. Я сперва заблудился, у меня у самого там 30 кп было сперва. Бля, что это? О! Чего? Что это нахуя было? Нормально, что это? Я не знаю. О! Гигар Хрущевка поглотила ваше бренное тело. Не стоит отчаиваться, ведь всегда можно попадать сюда еще раз. Да, я даже... На самом деле, что там не было монстра, там был, знаешь, дым. Просто фиолетовый дым. Ну да, но я так понимаю, типа, ну, разрушение... Может мы из-за... Тут написано, что гигарущевка, то есть мы в доме каком-то разваливающемся едем вниз. Ну... И может, получается из-за этого... Ну, может, на этом этаже начало какое-то, типа, ну, обрушение идти или что? А сколько вообще всего этажей? Я не ебу, честно тебе скажу. А, ну, может быть, ну, единственное, да, это, с другой стороны, это... Потому что в тот раз мы были на 20-м, ничего не было. То есть это... То ли, может быть, есть какое-то время на определенных этажах, начинает работать вот этот скрипт. Может быть, просто... да. Ну, мы уж ничего такого не сделали. Мы собирали бутылки. Ну, там, видишь, там вот на этом... Как называется-то, блядь? На вот этом скане было написано, типа, типа герма-дверь, герметичная дверь, отсутствует. Может быть, это герметичная дверь как раз таки... Которую мы открыли, да, может, надо было просто закрыть ее, блядь. Не, может быть, есть такой момент, что, возможно, герметичную... Я зашел, если можно не закрыть. Давай, бутылки собрал просто. А они тоже собирают? Да. А,
Вот, и, возможно, есть такой момент, что когда мы открываем герметичную дверь, то у нас есть ограниченное время. Может быть. Видишь, этажи, вот где-то крестик есть, а где-то вот просто кружочек. Ты тоже знаешь, что это значит? Где? Я вижу, что кружочки. Ну вот, а у меня там первый... это, наверное, нулевой просто сейчас. А, вот пятый крестик, пятый крестик, ну да. Возможно, можно. Давай. А мы не можем, видишь, это типа. Так нельзя на эти этажи, как понимаю, выйти. На эти этажи нельзя выйти, понял? То есть даже если мы сейчас. Если мы между пятым и шестым остановились, мы бы на седьмой попали сейчас. Я думаю, по скрипту бы. Ну, мне интересно просто, как бы это работало, знаешь, что, допустим, есть вероятность, если мы бы сразу на следующем этаже остановились, то у нас больше бы она. Возможно. Так, ну я. Ой, батя, как тут много всего, блядь. Ну, я пойду тогда туда, в ту сторону, блядь. Я прям пошел. Ну, видишь, тут какие-то аномалии, то есть, ну, я никаких монстров здесь не видел особо. Вот опять же, есть разминирование, а еще не говорю. А какие у тебя, кстати, навыки? У меня, блядь. Опять 15% переносимого весу? А, к разминированию? Да, у меня разминировать. Только как разминировать? А, ключом. Гаечным ключом, правда. Плюс один слот к экипировке и плюс 12 к скорости передвижения. Нихуя, то есть у тебя 4 слота, короче, грубо говоря. Ну, в инвентаре. А у меня плюс 15 к максимальному переносимому весу процентов, плюс 15% к исходящему урону и плюс 20% к максимальному здоровью. То есть у меня 121 здоровье. Знаешь, еще некоторые тексты? Блять. Что ты идешь, как будто вроде растяжка, вроде. Бля, ну здесь... Бля, рискнуть нахуй. Чего? Давай рискну, блядь. Я перепрыгнул. Ну, так еще вот эта мина стоит, которая дымовая, блядь. Ой, я бронежилет нашел. Блядь, я еще испугался, так дверь, блядь, скрипнула, понял, блядь, открылась, хуй знает как. Бронежилет так, нашел? Так, нашел топлива. Так, топ... А вот гитара, тебе с гитарой можно сломать? Не, я не знаю, я ее не смог поднять. А ломать я не пробовал. Ну смотри, если так подумать, то тут по факту только мешки можно ломать, если тут нет монстров, значит, как будто можно грабить. Скорее всего, да. Блять, как мешок-то порвать, ёпта. О! Это полиэтилен, блять. Это прочный полиэтилен. Бля, ну может реально там какой-то, может есть какое-то ограниченное место, типа наше время на этаже, которое можно находиться. Там, наверное, ну, условно говоря, там какой-то газ, потому что, я не знаю, там в конце, когда ты уехал, там какой-то звук прям монстра. Ну да. Пугаюсь, когда фонарик сам отключается. Но прикол в том, что когда я бежал, там просто газ шел. Ну, сигнализация просто красный, все мигало и газ. Там не было монстра. Хотя когда ты... Ну аномалия, ты... похоже на игру с аномалиями, короче. Да, да. Возможно, знаешь, ну, предыстория, типа, что, мол, видишь, тут много труб, и, возможно, тут есть какие-то тоже, да, газовые моменты. Вот ну, это, я так понимаю, мы в хрущевке находим, в каком-то доме, понял? Типа, написано вот... Давай одну потратим на сотку и вонем. Ну, 50 только залило, блять. Да, я вот это 60. Так, и давай тогда вот этот гаечный ключ. Я его на 50% оставлю. Все. 70. Поехали. Давай тебе бутылку хоть. Чего? 4. А че остановился-то, блять? Привет. Привет, Марк. Привет, Марк. Здорово, долбоёб. А если грабляю? Бля, тихо, ты меня пиздишь, блядь. Ой, блядь, тихо. Привет, Марк. Да, о, привет, Марк. Привет, какой Марк, привет, блядь? 3D сделал на качественном сотрю. Да. Ну, привет, Марк. Какой Марк, нахуй? Привет. Ну, видишь, вот такая хуйня. Я это первый раз вижу, чтобы ты понимал. Вот эту аномалию первый раз вижу, эту хуйню. А это какой был этаж 11-й? А, вот смотри, 12-й, смотри. Да, вопросик. Там, видишь, как, знаешь, там, нет, ты же остановишь нас на ниже этажа. На 14-й. Ой, бля, смотри, какой-то газ, видишь, какой-то газ? Да. Вот молния, чел, погнали нахуй сюда. Тут дождь идет какого-то хера, блядь. Что? Молния бьет? Да, тебе говорю. Надо О, вот. Хочу жрать.
А вот, вот сюда, сюда не вставай, вот сюда не вставай. Вот, видишь, вверху, видишь? Не вставай. Какие-то зубы, блядь. Вот, видишь, он языком ебашит. Меня он заебашил. Да, он языком меня ебашит. Видишь, что у нас сверху рот есть? А, бля, я понял. Видишь, сверху у тебя рот. Видишь? Сейчас, заберу бутылку. Ну, сверху, знаю, короче, знаю. Когда он пишет, там вот на скане пишет, что типа хочу жрать. Ну, да. И надо останавливать, короче, надо так, останавливать этот лифт и выходить. То, что он языком ебашит, как раз таки. А если. Ну а жрать, а... Ну там время какое-то 10 секунд есть, типа останавливаешь и останавливаешь, типа, сам этот, блядь. Лифт, выходишь, да. он типа языком ебашит, никого не заебашит, ты дальше заходишь, едешь, понял? Такая может хуйня. Че такое? Блин, не знаю, хоть такой глаз. Уже. А нет, стой. Там реально глаз, блядь, это глаз чел. Я первый раз такой вижу. Я сперва подумал, что это просто, не знаю, там какой-то шарик получится. Магазин. О, магазин. О, магазин. Бля, я не хочу в такой магазин. Что? А сколько у тебя бутылок? Бля, восстановите, сколько у тебя бутылок? 10, блядь. Ну, а типа, можешь, понял, купить, смотри. Ты можешь купить. А что там справа? В чем продает? Это? Канистру, аптечка. Аптеку и что еще? Травли, блядь. А, ну погнали дальше, ебанешь. Вот, видишь, я первый раз тут. Вот это первый раз тоже встречаю вообще. Да, магазин какой-то наш есть. За этот. Тебя надо починить надо. Починить надо. Бля, очень прикольная игрушка, очень интересно, понял, типа, в этом плане, как по мне. Типа, да, типа, видишь, мы сколько раз заново начали, типа, тут каждый раз что-то другое вообще. Да? Ну да. Ну, как бы, прикольная игрушка, интересно, вот в этом плане, по-своему. Типа, у тебя рандом каждый раз, типа, да, по этажам. Вот, кстати, на, вот перебью, вот, когда магазин, он мигает, типа. А? Когда магазин, там мигает, короче. А, этаж мигает, типа? Да. Я понял. Может сканер, ну, да, может сканер, даже не иди, сканер вот сканирует, что у меня тут есть. Так фонарик не забывай, блядь. Ну, бутылки, блядь. Надо все равно, да, ебанутая чел. Бля, глаз я первый раз вижу, глаз катался вообще, блядь. Ну ты понял, грабли, понял, грабли, ты можешь этот глаз пиздить, типа, так меня, типа, ну, заебашь ты его можешь, типа, этот глаз. Да хер знает. Ну это немного стрёмно, блядь, я такой думаю, на меня шарик катится. На дом глаз чисто, блядь. А, я в самом конце только это понял. А интересно, вот если бы его граблями ебануть. Ну, я думаю, ты бы его мог захерить, он тебе тоже хбшку бы, наверное, снес бы. Да, есть такое. Че, где-то здесь можно восстановить? Нет, пока нет, у меня еще одна бутылка нужна. Ну а ты коробки поломай, там с коробок тоже. Че это такое, блядь? Где это? А. Ты забрал? Ты там еще эти что-то взял. Не, он не ломается, просто текстура. О, видишь, смотри, он прыгает. Че? А, это мешок. Не, я его сломать еще. Ты его не сломаешь. А как ты ломал? Только коробки можно ломать. Ну, обойди просто и все. Опа. Ну, аптека, блядь, добрый вечер. Так, ну ты что, это я один раз заюзнул так вот. Да. А вот, восстановить можешь. Ну, еще бутылка одна. Бля. Или я могу? Могу? А, у меня же, а, блядь, а что у меня? Плюс 15. У меня скидки нет, блядь. А, в магазине, значит, все-таки скидка не здесь, а в реальном магазине. Блядь, да. Скидки. Еще на бутылку нужно. Коробки, только коробки. Блядь. Здесь был уже, да. Ну попробуй туда дальше пойти, может там есть что-то. Да, я там уже в конце был это. Блядь, я ж прошу, пока выпасть. Одного страшного, блядь? Ну нет, 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 ну не то, что понял, не страшно, типа, у меня был, когда один играл, страх не было, что кто-то выскочит. Такая просто атмосфера сама такая, знаешь, жуткая, блядь. По да, себе. Я рискну просто. Чё ты хочешь? О-о-о.
Получается, риск оправдан? Я знал. Я не сомневаюсь. Ты просто почитал, да, коробку? Просто знал, что в этой коробке будет бутылка. Просто на мини подрываюсь и все, да. У меня она газовая. Обычная, которая взрывает, она красным этим огоньком светится еще. Вот бежишь, блядь. Ну это, блядь, там это. О! Технический момент. Блять, взорвалось. А. Тебе нужна аптечка? Ну хочешь, ну, себе оставить? Давай просто одну. Ну я тебе одну отдам. Давай. Души. Чтоб было. Че, поехали. Че, дальше едем, да? Да, тут ничего же нет просто. О, кстати, можно тут, вы же можно понюхопить здесь? Ну так. Да. Я говорю, напомню. На... Чё? Не. Чё, у тебя бенз получается? Бенз. Ой, блять, больно нахуй. На эти положить. Ну все, блять. Нормально. У нас нихуя. Ну да, например, Лента Компани, знаешь, там игра есть такая, короче, где челики, короче, у них голова светится разным цветом, и они снимают ходят куда-то видосы. А, ну это да, ну это такая, ну это лайтовое. Ой, блядь, звук там лута. Слышу там звук какой-то кто-то. Шопы. А чё я не подобрал бонус? Че, смотри, там справа, сука, лута. Слышу, что? Да, да, слышу. А чё тут все вонючее, не могу ничего подобрать? Не знаю. Вес 12 килограмм. А ничего подобрать? Слышь, я нажимаю на подобрать шестерёнку, нихуя она... Да, блядь, ну уходи от меня, пожалуйста. У меня фонарь нахуй, всё, у меня фонарь, блядь, сдох. А, это аномалия, скорее всего. А чё у тебя? Дай подниму. Чё ты не можешь подобрать? А, это... А, ты наебало, слышишь, такая аномалия. Такая аномалия, типа, наебалово. Там справа что-то было. Там справа тоже дохуя, это... Давай справа, давай на справу пойдем. Вот, смотри. О, видишь справа? О, ну это все наебало. А, не, вот шестеренка нормальная. А, типа пол 50 на 50. Да, то аккуратнее здесь это. Аккуратнее здесь это. Я знаю, да. Бля, да чего? Ты тоже бери и это делай. Ты вот так сделай сейчас, смотри, дай. Вот так вот. О. Ну, вообще просто. Те, которые не воняют, ну, нет вот этого, дыма, то они их можно подбирать. Ну, тут мне в ухо пиздит, самое интересное. А, мне тоже растяжка. Где? Да, вот перед нами. Надо про неё не забыть. Тебе что-нибудь есть? Да, мне вообще нихуя не видно. Не аптечка и шестеренка. О, блядь! Блядь, дверь взорвалась нахуй. Блять, не темно, брат, ты где? Подожди, забери мои бутылки и уходи. Ой, блядь. Там и мина, это капканчик. Вон аптечка у меня еще есть. Нормально, ты бью, как я аптечку взял. Там капкан осторожно слева от тебя. Где? О, видишь, перед тобой. Вот это хуйня? Вот чуть левее, вот, чуть левее от себя. О, левее. О, вот. Да, сейчас фонарик нахуй. Бля, что-то стрёмно, что-то стрёмно. Бля, мне бутылки нужны еще. У меня всего лишь 10 их. Куда мы же, откуда мы пришли вообще? Назад. Блять. Что, блять, ты как раз в нее и вцепился. Ну можешь быстрее идти, ебаный в рот, блять. Ща, у меня какой-то эффект идет какой-то. Причем шепот прошел, заметь. Не, у меня шепот есть. А, я же умер. Вот, смотри, видишь, вот я могу. Бля, ну топливо все равно нету, чел. Этого все равно нету, блять. Что такое было? Потому что такое было? Чего? А, это этот.
И что делать, блядь, в этом плане? А, вот сюда идти? Ну да, попробуй сходить. Могу бутылки поискать. Блядь, сейчас стрёмный пизда. Нет, некоторые текстуры пол линии, как будто это растяжка, но это не растяжка. Блядь, что это? Как будто течёт что-то. Да, у меня голос усилился, нет? Не знаю. Растяжка. Блядь. Снизу была растяжка. Ща нахуй, у меня свет нахуй вырубился. Смотри, страшно пиздец теперь. Ну криповенько просто выглядит это все дело. Да нет, пойди обратно. Да блин. Че, иди за... А, топлива нет. Да, я тебе говорю, топлива нет вообще. Ну по идее это просто аномалия тут такая должна быть. Да здесь еще просто нихуя не видно, понял? В этом прикол весь. Бля. Сейчас будем фонарик зарядиться максимально. Бля, алло. Алло, да. А вот чтобы никакого нету? Нет, сейчас нет. Бля, ну мне просто как будто он усилился, понял, блядь? Блядь, что с текстурами нахуй? Нормально. Это дефолтная игра. Мина. Я как здесь вот перепрыгивал, смотрю. Оп. Ну да, брат, здесь больше нихуя нет на самом деле. Видишь, больше нихуяшеньки нету. Там тупик вроде. Да, здесь тупик. Да что за хуйня-то? А, блядь. Блядь, уже второй раз на это наступаю. Слушай, ты красава. Ну, вообще, а лучше, да, в этой игре? Я тебе говорю, прям профи, понимаешь, в этой игре? Величайший. Блядь, фонарик катится очень быстро, пиздец, как. Блядь, я просто понял, ты такой, ну, ВХС этот, блядь. Похуй, давай. Опа! Бля, что-то мне не очень нравится эта хуйня. Просто тупик, блядь. Да, пойдем. Наверняка. Бля, чё, мне пиздец... За что мы его не пиздец, как стрёмно сейчас отнимусь и съебать. Вот пока фонарик у тебя гаснет, такой звук, знаешь, как будто урлить, что ли. Да. Вот, блин. Что такое, блядь? А, дверь можно закрыть. Ты там был? Нет. Бля, чел, это вообще не хочу. А мы нет, там были, мы там были. Там были. Бля, как мне их сломать? Только так, что ли, блядь? Ну здесь, подожди, здесь топлива реально нету больше, нигде что ли? А вот если гаечный ключ... А, нет, гаечный. Там капкан. Хорошо, вопрос, а что делать? Ну да, нет вообще. А где-то, стоишь, где-то, где-то здесь же, ты уже здесь же умер, да? Не, дальше, дальше. Ну, дальше, в том плане, там. Ну, мы в комнату зашли, в правую, тройка. Ну сейчас, может, там что-то есть, подожди, надо посмотреть. А мы не до конца там зашли, ты назад побежал. Это ж мы страшно, блин, это пиздец, нахуй. Ну, значит, переборю, нахуй. Сейчас, нам мужика надо, да? Ну, мужика реально надо. Сейчас, ну, зарядится фонарь, блин, полностью, фонарем. Ну, смотри, как ярко стало сразу, оп. Где-то проход здесь. Ну, капкан чисто. А? Ты капкан там не забывай тут. Да-да. А в какой ты комнате ты был? На правой. Вот в этой, о, да? Да. А, который дверь взорвался. А где здесь, блядь, ты говоришь? Здесь капкан тоже. Вот, посередине. Ковра. А, ну, вон, да, вижу. Больше не... Ну ты в левую дверь еще зайди. В левую и вперед. Так, вон там мина, я вижу, вот там мина есть. Ну там может быть за толчком или что там, там может быть какую-то вещь посмотреть. А, вот тут. Тут тоже мина. Причем вот мина прям. Ну вот, а вперед пройди. Подожди. Вперед.
красава. У меня 18 хп чего осталось. Да я вперед прошел бы, да и все, да, сказать. Я в той же, блядь, что ли, этой? Где я, блядь? Не, как ты, может быть, той. А, я в той же, я в той, куда зашел, все. Нет, так только что, только так разминировать, понимаешь их? Только я так. Лучше вперед прошел. А там не обойти вперед, а вот здесь прям посередине было, я сейчас стоял, а прям здесь посередине было, там хуй обойдешь. Не, не в плане в комнату, в дверь. Ну, точнее, в проход. Бля, ну пиздец, наебало, блядь, можно мне что-нибудь нормально дать? Ну там прямо иди, там даже еще прямо иди. Да, страшно тебе идти, блядь. Вот ты, Питер, блять, его стрёмно. Ну прям пиздец на самом деле. Ладно, давай похуй, сгоняю. Вот мина еще одна. А здесь нихуяшеньки нету. И как, блять? Может, что-то в твоей комнате, подожди, есть? Сколько там моих, чего нет? Нет, хороший вопрос. Вот по сути же есть магазин, где ты можешь купить топливо, но до него дойти нужно очень надо, почти. Да. Что-то я не понимаю. А тебе видно все охуенно? Ну, мне не охуенно, но то, что ты видишь, я вижу. Я вижу капкан, типа, тоже. Но я уже его защелкнул. Я просто издалека. Подожди, а где я должен искать? Ну, а вот... Подожди, здесь я был, здесь мы были сейчас. Только что. Полуйте. Вот можно же как-то коробки еще, а вот ведро вот, например, часто ли ведро может там... Не, с него нихуя. Я в том плане, что может его как-то подобрать, как-то ломать. Только гаечка, чёрт. Подожди, а ты с собой не брал ничего это? Ну, в плане... Ну нет, так оно бы выпало с тебя. Давай я его закрою вот. Допустим, я закрыл. Мне тут подарочек дадут за это? Может, нам подарочек еще давали? А, да, может, это как по... А, может быть, подарочек, если ты все как-то соберешь или что, я не понял, ой. Ну что нам давали подарок? Потому что мы... Ну, я их понял просто так. Вы сюда ходили? Нет, ой. А вон топливо, слышь, слева тягу. А, нет, не топливо. Не, не топливо. А мы вроде, ты вроде, ты сюда не пойдем, вроде. Нет, вроде, скрутить можно тебя. Не, в том плане, что ты здесь был, нет? Нет, вроде. Давай, сейчас ждем фонарик. Бля, ну атмосфера стрёмная очень, на самом деле. Прикольно сделано, что понял, выходит вот в этот эффект, нахуй, что у тебя как будто, знаешь, всякие помехи, не помехи. Но единственное, что мы увидели, что именно такое, это глаз, блядь. А. Потому что там меня убили. А тут что-то есть? Нет. Вода капает. Бля, мины ебаные. Ну, здесь? Не, здесь был тоже. Ты уверен? Да. Да, я просто будто не помню. Не, здесь был. Я же все обошел вроде потом. Да, здесь, видишь, нихуя нету. А, ты, наверное, без меня там? Подожди, может, здесь что-то есть? Нет. Здесь нет ничего. О, стой, назад. Во. Топливо. Мне пролагало. А ты дальше пройди в комнату там. О, там еще что-то за дверью. Там что-то за дверью было. Где? Синий, вот это да. Конус. Да, вот из комнаты вот зайди в нее обратно. О, эту? Да. Сейчас, я прижму фонарик. И что это? Казалось. Прям под тобой. Прям под тобой. Куда? Здесь ничего нету. А ты в комнату туда еще прошел до конца? Или топливо забрал? Да. Не, я здесь был. Я просто, может, топливо не заметил. Я здесь все обошел. Ну да, все. А что это светится нахуй? Ну, типа блики. А, это этот. Ой, пизду, блять. Пока нахуй.
Покедо. Бля, что этот хуйня сломается? Бля, 28 уровень, кстати, мы прошли дальше, чем я проходил. Так. Бля, вот еще эти баны. Дверь закрыта. Ну попробуй, вот где нет, где, а тут только она и есть. Да. Ну да, вот если сейчас зайдешь, то как будто максимально быстро. Если я сейчас еще не сдохну в этой игре, блядь, у меня 18 хп всего лишь. А она по 10 снесет, по идее, если это всегда. У меня 10 снесло, да. Бля, ну я не хочу туда идти, если честно. Лучше все быстро тогда делать. Да. Ну давай, блядь, чё. Потому что если 18 хп есть, ты будешь в конце комнаты, ты не успеешь добежать. Что это такое, блядь? О, справа у тебя канистра, что это? Справа у тебя канистра, слева у тебя канистра. А он чё-то за хуйня летает? Это мошки, они с тобой полетят. Ну всё, я погнал дальше тебя тогда, блядь. Не, просто я понял, есть комната, где, короче, это, блядь. Короче, где это, блядь? На дохуя бутылок было. О, блядь, что это такое? Нет. У меня какой-то сейчас, блядь, дымок был здесь у меня, блядь. Но это хуйня сломалась. Бля, чел. Нормально. Что это за хуйня, блядь, мне перед лицом, блядь? Просто. Ну это. От этого, сзади тянут. Вон там. Вон тут я вижу бутылки есть. Но эта слизь у нас была, да? Да, но вопрос замедляет. Мне кажется, она замедляет, знаешь, вот когда с тобой мозги вот эти летят. Либо он красный пьет это. Возможно. 11 у меня все лишь. Бля, здесь сколько мин? Ебать, а это. Джурнову, блин, блин. Конус. Мина. Я слышу этот, блядь. О, растяжка тут. Да, там ничего нету. Фонарь туда сгоняю. Здесь тоже ничего нету. Бля, дальше что ли идти? Опа. Бать, а это что? Бля, чел, что это? Черная штука. Она причем, она какой-то звук издает еще. Она как будто даже двигается. Не, я погнал дальше. Я погнал на ты. Не, она какой-то звук издает, я физучал, у меня 18 хп, блядь, еще хочешь. Ну да, тут можно пользоваться. Я лучше пойду что-то в другую сторону. Но это, видимо, рассчитано, знаешь, на что? Есть просто, наверное, комната такая, просто с этим. Блин, что это? Давай я что буду, если на него наступлю? Так как ртуть, знаешь, такая хуйня. Да. С него хп? Нет. Нам нужен рекомплект, понимаешь, тоже. Дай-ка нажму. Я пойду туда, что, блядь. А это что такое? О, бутылочки. О. Еще было бы где тебя восстановить, знаешь, блядь. А сколько у тебя? 12. А где еще здесь были? Бля, фонарик ебаный. Ну это все как будто как странная тема вообще. Ну как она как тут? У меня просто видишь, здесь зеленая, а здесь он серый впереди. А, я не знаю. Чем она? Она еще. Бля, тихо, чел. Ну это, кстати, аккуратно с этим булочками, они могут ломаться. Да. Бачел, смотри, лежит. Ну это, ну, это типа челик, который до нас, что ли, были? Типа того. Да? Пришельцы. Ну да, челик, который типа тут тоже, знаешь, как по замыслу, типа такая хуйня, который у нас тоже ездит, вот они вот лежат теперь. Ну как странный звук еще сдает.
Так, растяжка. Бля, там что-то есть явно, да? Блядь, мина. И капкан. Но здесь можно установить. Там ничего нет. Бля, давай на растяжку потрачу одну бутылку. Здесь ничего. Охуенно. А что там стоит? А, это капкан. Капкан, который я садовал. Так, сейчас сяк, дай. Сейчас фонарями зарядится. Бля, вот понял. Ошибка в том, наверное, тут, ну, такое себе, что ты тут, когда типа твой друг умирает в игре, да, вот это и, блядь. О, чел, вот это, кстати, очень хорошо, что есть. В курсе? Это. Да, можешь сейчас коробки поебашить. 18. Мне 13 минут. Дай, где коробки у нас были? Так, он там сзади. Мне лучше дальше пока пройти. А там мина в любом случае. Не, просто мне нужно 5 этих. Как они называются, блядь? 5 бутылок. И там бутылки будут не лишними как раз. Бля, будь фонарь, давай быстрее нахуй. О, ну я вон хорошо. Да, да. Вот, видишь, пустая нахуй. Иди нахуй. Да иди ты нахуй. Пустая, да, блядь. Ну, в казино можно играть. Ну да. О, еще коробка что-то попустила. Да. О. Пустая, блядь. Ну слушай, ты тут. У меня какой-то еще значок, блядь, какой-то магнит или что это такое, блядь. Что у тебя хочешь посмотреть? 15% к следующему урону, 15% к максимально переносимому весу и 20% к максимальному здоровью. А-а-а. Понимаешь, дальше что, 14 нужно еще сколько? 4 найти, грубо говоря. То есть сколько у тебя здесь? 14. А, ну, да. Да, 4. Охуенно. Чего? Просто пусто там, блять. А-а-а. Дождя, здесь не было никаких этих коробок. Здесь ничего нету, я сразу вижу. Блять, что с фонарем? Значит, надо сейчас прямо идти дальше, получается. Да, только прямо идти, блять. А там нет никаких коробок. Да не, я так понял, что ничего всего только в начале спавнится. Ну нет, здесь это тоже спавнится, они должны. Ну редко очень. Бля, ладно, погнали, тогда надо прямо туда идти. Потому что там, ну там, там просто ничего, там, там пусто, там только есть проход прямо еще и все. И где мошки? Мошки я не пойду, где сам понимаю, что 18 хп, ну его нахуй. Так мы про это было это, да. Да, да, да. Вон там дальше мошки. Вон там мошки у меня. А мне вон сюда нужно еще сходить. Сейчас дай какой шесть, да? Знаешь, если бы шту побежать вперед, например, то никак не уже. Они просто за тобой какой-то следуют до какого-то момента. Бля, здесь прям лишь жесткая хуйня. О, бутылочка. Бля, я скину туда или нет? Пойди лучше, пойди. Вон еще бутылочка. Еще 16. Две. Там, конечно, установить можно. Че, пробуй туда что-то? Давай. Блять, минус одна. Ой, я могу это убирать, слышь? Да не, не надо, не надо. Так я могу это убирать. О, бутылка, блядь. Подожди, это можно убирать. Что это такое? Потому сгусток что... слизи есть. Это как будто бы лучше это возле А для чего она? Подожди. Сгусток слизи. О, блядь. Останавливай.
Сейчас, сяк. Чисто рычаг. Сгусток слизь. Давай, запомни, тут еще не все облутал. Ну, все, там безопасно одно место есть. Только одно. Оттуда же пришел, да, оттуда? Да, оттуда. А серу, если. Бля, ну серу я не буду. Подожди, сейчас я восстановлю, но его нахуй лучше. Вот тут есть. Где он был? Да, вот здесь есть. Безопасное оно место. Вроде как. Да, вот здесь. Что здесь захлопнутый? О, бля. Ну фонарь заебал ты меня на. А не помню, в какой двери, вот в этой или в той? Вот в той, наверное. Что-то мигает. Вот в этой, наверное. Да, вот в этой. Нет. Ну там дальше. Той, в той, значит. Не, почему там дальше входит? Вот. Здорово. Погнали. Врача, скажите погибшего товарища, мне дали за это, блядь, ачивку. Значит, смотри, тут я все облутал, здесь нет смысла. Давай это попробуем, что это такое, блядь? Соберет уже один сгусток слизи. Давай. А вот сера, что будет если серу ебанем мы? Серу. Просто серая будет. Мне тоже сгусток слизи. Для чего он нужен? Я одну взял, короче. Подожди, ну куда? Там куда, блядь? Обратно. Погнали, короче, прямо. Правильно-то прямо чё? Вон туда, вон туда, вон туда. Кот пошёл тамошки. Вот сюда шёл. Туда. Так, вот здесь я вроде залутал, да, что-то? Да, здесь я залутал. Да, прямо? В ту комнату. Нет, в ту комнату. Я в ту комнату ещё не ходил. О, еще рекомплект нам нужен. Аккуратнее здесь, аккуратнее, аккуратнее. Здесь ничего нет, а вот здесь. Здесь аккуратненько, наверное. Никогда не смотрел закрывать кровать. И ничего нет. Ну дальше что? А все там впереди. Турбин. Ой, кстати, стакуются, слышишь? Сгусток слизи стакуется. Ну да, я знаю. Там впереди тупик, погнали в обратно. Просто поехали дальше. Ну да, это... а рекомплект ты будешь сам? Ну руками-то почини чуть-чуть хотя бы. Ну просто... У тебя сколько хп? 99. Ну это можешь руками починить. Да нет, просто я к чему, что у нас же кончилось топливо. Ну понятно, вот топливо у нас тут же, ты взял топливо уже. Да, не, я к чему, что больше мы все облутали вот так. Ну да, погнали, где-то вообще, я уклонюсь там. А, я понял, блин. Да, ты же не помню, я свой попал. Где ты, блядь? А, вот здесь свой. Смотри, 31 этаж, кстати. Что-то заправляешь? Да. Вот так руками почини чуть-чуть он. Пилить. Давай. Хотя бы на, блядь, 20-ку хотя бы, чтобы было, или 10-ку там. И, оп, током ебануло. Аккуратней. Ну все, думаю, там хватит. Нам, в принципе, этого хватит, потому что у нас топлива так мало, брат. Ну, на всякий случай. Ну все, хпшку тоже не тратишь жестко, ты что? А, я не трачу, у меня еще 13, а, вот сейчас мы... Так, ну вот, 33 уровень, блядь, мы уже дальше прошли намного. Здесь уже поинтереснее чуть-чуть. Большая локация довольно-таки, кстати. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. А, я знаю. Бутылочки прямо в бане. О, все, красавчик. Да, сука. Ты хотел просто, чтобы бутылочку забрать, так сказать. Ну просто понял, себе взять. Вот что такое, блядь. Ты где, блядь? Я нравлюсь. О, мне прям
full ground, блин. Че у тебя? Full ground, блин, типа. Не юзер. А, здесь дальше тупик. Ты же в той двери? Да, да, да. Там дальше тупик, наверное, обратно. А справа, слева смотрел? Да, да, я там дверь прошел, там тупик. Все, дверь можно, кстати, закрыть. Давай дальше вот в эту сторону. Да, погнали. На всякий случай, а то мало ли там. Бля, ну смотри, ты видел, как тебе заметил, как редко попадается что-либо? О, тихо-тихо-тихо, не заходи. Туда налево. Ну, погнали туда, да. Да, да, да. Ух, ебать, вот. Да, это пользуйся. Ну, она забери. Она сломалась. Да ладно. О, бля. Чё? Мусорный бак крутится. Бля, брат, умеешь, что ты всё? Я всё. Чего, как я умер? Минус, скорее всего. Бля, нормально я бы играл. А, мусорный бак крутится, блядь. Да, я бы этого даже не заметил. Так я стоял, что-то, наверное, просто взорвался. Я не двигался. Ну, я понял. Бля, ну здесь у меня просто мины, видишь? Я чуть-чуть не дожду. Подожди, вначале были коробки? А, это помню. Их, да, бошки-бошки. Да, были. Ой, чел, блять, аккуратнее, я же тебе говорю, надо тут под ноги смотреть, прям ебануто нужно. 16, еще 2 нужны, короче, бутылки мне. Там же тупик вроде. А, мы туда ходили? Ну, мы туда отсюда пришел. Не-не-не. Да. Тут я только там смотрел, только там смотрел. А там-то я не смотрел. Что это за хуйня? Вот это ад. Внизу растяжка. А вот видите, видно. Нет, я растяжка была бы. Ну вот растяжка. Ну там ничего нету тоже. Бля, придется тут дверь открывать. Да. Шо звуки, блядь? Да-да-да, вот мурчание как-то. Угу. Ну это мурчание, как в животе. Ну типа того, да. А, вот такой есть. Когда фонарик бывает кончается, вот если. Ну вперед тогда только остается. Только вперед. Только вперед. Да. Вперед. Давай, блядь. Че, у меня 8 хп осталось, блядь, на тоненького держусь, понимаешь, блядь? Сейчас просто тебе вот через дверь. Кто это отойдет двери, кстати, ты можешь ударить. Ну по 10 секунд. Ну ты хочешь, это вообще не хочу тут идти? Нормально. Ну так, понимаю, видишь, герметичная дверь, типа, ну вот я закрыл одну, а одну открыл. Ну ладно, погнали, чё, блядь. Блядь, такие страшные звуки, блядь, пиздец. Ну чем быстрее ты тут все найдешь, лучше. Чё, ты просто скажешь, что ты специально просто это, ну, ливнул, да, нахуй? Так я тебе говорю, это сам факт, что это странно. Я просто стоял, откуда-то мина плелась. Причем сам факт, получается так, что дверь... О, вот-вот, видишь, вот мина стоит. Ну, я не дошел вперед настолько, я вот, наверное, вот чуть дальше, чем ты стоял, чуть дальше. Да, ну, я и не перепрыгнул, видишь, она посередине стоит. Ну, обойди. Канистра. Канистры, канистры, блядь. Блядь. Ты эту хуйню, что ли, выбросить? Ты просто... Подожди, а сколько она? Она не, она 15, похуй. Охуенно, ничего не дали еще. Еще фонарик позарядится. Да, чел, такое, блядь. Ну просто чел просто ливнул, чисто такой, ну нахуй, реально, просто, блядь. Ну, чисто по приколу, реально. Ну реально, просто по прикольчику, нахуй, реально. Не, ну натуре просто по приколу, да? На фат, на это. Я попалец просто. Ну я так и понял, блядь. Я оттуда же пришел, да? Нет, оттуда.
А, вон капканы вижу. Блять, что это за звуки нахуй? Не знаю, блядь, тишина. Такой прям. Нет, просто тишина. Бля. Да, мне нужны две бутылки, короче. Бля, дай, пожалуйста, там дальше тоже бутылки. Ты говоришь только... Откуда я пришел вообще, блядь? Отсюда пришел. Или отсюда? Бля, еще такие звуки, блядь, странные, блядь. Такой, знаешь, как помнишь, там слизь была до этого на прошлом этаже? Такие звуки, да. Короче. Так. Бля, ну тупик, чел. Просто дальше ехать. В курсе? Слушай, это классно. Охуенно. А, я понял, что за звуки. Звуки, короче, обрушения как будто бы. Такие. Не, не похоже на обрушение. Ну чё, я погнал то дальше. Чё ещё делать, блядь? Поехали, блядь. Просто опять в одного ебашу, чел. Ну, пиздец, рот нахуй. Почему здесь рот, блядь? Блядь, ну смотри, мы уже дальше зашли, намного дальше. А чё? А, это сломалось. Блядь, что-то пролагало ещё, самое интересное. В аквапарке реально, попадите на затопленный этаж, чел. Вот здесь вода. Чё за хуйня? Бля, там какой-то монстр, чел. Я дальше поехал, ну нахуй. Там впереди какой-то монстр такой. Орал мне только что. Бля, можно я не буду играть, пожалуйста, блядь. Все нахуй, я уже наигрался, блядь. Бля, просто в одного это такой сыграть. Что, блядь? Что за хуйня? Ты это видишь? Ну вот сканирую, там какая-то. Там какая-то хуйня сейчас ходила, так плясала, блядь. Нет, ничего. Странная хуйня, на самом деле. Бля, где можно тебя восстановить? Раз, дай здесь восстановить, пожалуйста. Пожалуйста. Здесь не даст восстановить. Там просто было впереди какая-то хуйня такая орала мне прям таким голосом. Такая хуйня была сейчас. На затопленном этаже, это же вообще жесть. Кстати, ачивку какую-нибудь дали? Ну, для достижения. По-моему, мусор на этот тоже крутится. Блин, здесь нихуя не даст. Блядь, тварь. Давай нахуй. Вот, мина есть. Может, реально на мину какую-то наступил просто, и все? Ну, там, понимаешь? Ты же видел, там типа получается в середине мина, и еще получается в начале было, в том-то прикол, что я стоял, смотрел на этот мешок, я еще тебе говорю, смотри, мешок, и взорвал, ну, не знаю. Ну, не знаю сейчас. Бля, вот там какая-то хуй... Что, блядь? Ну, тут какая-то хуйня крутилась, короче. Подожди, а здесь... Сейчас фонарь установи. А вон тебе могу установить, блядь. И он еще сколько бутылок. Давай, давай, собирай, блядь. Чел. Пожалуйста, свои под ноги, пожалуйста, на 8 хп, чел, 8 хп просто. Нормально, я бы. Там я комнаты, короче, не осматривал, сам видел. Что, здесь, может, пойдем сначала?
Но здесь какая-то хуйня крутилась. Может, это бутылка так забаговалась, я не знаю. Но здесь какая-то хуйня крутилась. Тихо, тут растяжка. Где? Вот спереди. Внизу. Блин, что? Ты по ней прошел. Аккуратнее, здесь вначале вот мины могут быть. Здесь мины аккуратнее. Вот, наверное, да. Если... Бля, чё, только дойди, пиздец, как далеко надо отходить. А, вот как здесь и был вроде, нет? Тут тоже, ну короче, вперед нет. Смотри, а, стой, 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 отойди туда назад, отойди, отойди. Туда назад отойди. О, вот так надо делать. Блять, ебучая дверь. Аккуратнее, 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 блять. Здесь делать? Бутылка, бутылка здесь. Убирай только. Че, здесь нет ничего? Не, впереди тоже нет. Погнали туда дальше. Впереди нет ничего. Ты ее уже сломал. Так, я не ходил куда? Я туда... Куда я не ходил? Туда я ходил. Вперед, ходил, да. Вперед, вперед не ходил только. Вперед? Ну пошли вперед, вперед пойдем. Я там вроде ходил, но комнату не облутывал. Аккуратнее только. Да. А, ну вот. Без того, скажи, кто здесь расставил вот в этом всем мины, блять? Ты где? Если что, соседний дверь там мины. Бля, чел. Че, ты умер? Да, мне что-то взорвало, блять, какого-то хуя. Я ж тебе сказал, соседняя дверь осторожно. Да, блять. У меня там две бутылки, короче, лежало. Ну, у тебя сколько бутылок? Достаточно бутылок? Не шесть. Теперь твоя очередь, блядь. Ну, блядь. За все смотрел? На нахуй. Пиздец, блядь. А я не умер, блядь. Соответственно, вилла на канистре прям. Чел, там ты понял, да? Ты помнишь, где надо восстанавливать? Блядь, да ёбка, это я в конце. Смотри, умер. Смотри, смотри, смотри просто под ноги, пожалуйста. Бля, чел просто умер, нахуй. Слушай, я неплохо держу. Просто вас чел уже на похуй не ваше, нормально. Ладно. Ой, Данечка, ну все, я спать еще уже. Ну а чё, как тебе хоть играть-то? Ну прикольно, как прикольно. Бафаница придется нормально, да? Прикольно. Ну, в целом, да. Но видишь, уровни бывают. Ну, да. Ну такая вот, ребята, игра была. Клейт называется. Блин, прикольная игрушка на самом деле. Мне это называется прикольная идея, похоже, очень говорю, сильно на Линта Копа, не очень сильно похоже. Очень сильно похоже. В онлайне намного проще, конечно, играть, намного проще играть, но, как вы видели, да, какие-то разные, да, там какие-то, блять, аномалии разные. Это понятно, типа, ну. Инди-хоррор, типа того. Хер его знает, или платформер, может быть, я не знаю, платформер я бы не назвал, хотя здесь какие-то уровни всякие есть, да, типа, чем мне кажется, тем разные уровни, хер его знает, на самом деле, хотя здесь 69 этажей показано, типа, 69 максимальных этажей здесь, типа, возможно, я не знаю, вот, если вам интересна игрушка, может, еще мы сходим, конечно, поиграем, может, пробуем до 69 уровня, как раз, дойти, потому что, видите, вот здесь на этой, на главной вот аватарке показано 69, видите, последний, типа, этаж 69-й. Может, 69 этажей всего лишь, я не знаю. Разберемся. Напишите в комментариях сомнения и, в принципе, информацию, да, какую-то, которую вы знаете об этой игре. Потому что я говорю, я не знаю, это просто видел, рандомно такой видел в этом, в Steam, и чисто решил попробовать, и еще в онлайне поиграли. Вот, спасибо Фараону, да, Фараон, спасибо огромное за то, что, так скажем... Как сказать это правильно, нахуй? Ну, не уделил компании, ну, короче, совместно с ним поиграли, потому что, да, в эту игрушку. Бля, прикольная игрушка, реально, прикольно. Прикольненькая игрушка, реально. Прикольненькая, реально. Кайфовая игрушка. Вот. Так что, так, ребят, я говорю, если будет вам интересно, может быть, поиграем еще. Попробуем дойти до 69 уровня. Мне вот интересно, я почитаю, может, еще информацию какую-то. Может быть, реально, типа, здесь 69 уровней, мы прошли только...
Но по факту почти половину прошли, грубо говоря, мы до 30, какого, 5 уровня, да, дошли до 35 этажа. Прикольно было бы посмотреть, что-то как, вот, и тут видишь, рандомно все, видишь, сам, видишь, все, ты видел, да, тут рандомные, в общем, этажи, блядь, какие-то там аномалии, блядь, глаз какой-то, еще не глаз, магазин мы первый раз увидели с тобой, вот, было бы прикольно посмотреть, ну, как так, это была клеть игра, я говорю, если вам интересно, мы, возможно, еще не поиграем, а, там, серийку две еще, может, уделю этой игре, вот, демо-версия, да. Вот, а релизу посмотрим, что, как будет на релизе. Вот, может быть, еще когда на релизе тоже поиграем, посмотрим. Спасибо за просмотр, такая серийка была, такая игра была, прикольная, клеть, прикольная игрушка, прикольная, необычная. Ну, чем-то смахивает на многие игры, которые я знаю, бля, я не помню, как называется, челиком, который, как говорил, да, в серии сегодня, челики, которые там, ну, снимают на камеру, что такое, тоже похоже на эту игру, похоже, она больше похожа на Land Company, только там нужно летать куда-то, да, и собирать какие-то припасы, а здесь только лишь нужно собирать бутылки, бензин для лифта и рекомплект, ну, этот гаечный ключ, чтобы ремонтировать клеть саму, да. Смотреть. Ну, можно еще так, чтобы улучшать сканер, эти, как оно называется, скажи мне, я скажу, для улучшения сканера. Прикольная игрушка, говорю, повторюсь, прикольная, мне понравилась. Прикольная. Я поставлю, наверное, эти прям целыми, без половинок, то, наверное, ну, блядь, ну, твердую четверочку поставлю. Не скажете почему, но только, наверное, из-за того, что пока что это демо, то есть, ну, я думаю, сами видели, что там, так понимаю, бутылка вертелась вокруг, да? Вот эти мешки, они должны так крутиться, либо это просто баги, я не знаю, честно. Ну, поставлю твердую черку точно, так бы, если можно было с половинкой, 4,5 она точно заслуживает. Вот. Эта игрушка 100%. Пятерку почему не ставлю? То, что я говорю, демо-версия, надо смотреть, что на релизе будет, это уже делать целого, да. Ну, игрушка прикольная, концепт прикольный, идея прикольная. Прям кайф. Все, увидимся в следующих играх. Давайте.